Медицинское оборудование и высокотехнологичные электронные устройства отечественной компании «Казмедприбор» можно будет приобрести в лизинг. Такая возможность у медицинских учреждений страны появится уже в следующем году. Наряду с техническим оснащением предприятие будет осуществлять и лекарственное обеспечение. При этом цены на закуп препаратов обещают не повышать и оставить на уровне прошлого года. Запущенный в рамках программы индустриально-инновационного развития страны шымкентский завод «Казмедприбор» поставляет на отечественный рынок около 300 модификаций медицинской техники и мебели. Сегодня на производственном комплексе налажен выпуск высокотехнологичного электронного оборудования. За 2 года работы предприятие установило партнерские отношения с 17 крупнейшими компаниями мира. Импортные S-дуга аппаратуры, они были громоздкие первые. Вот они у нас в клинике стоят, они очень огромные. Передвинуть этот аппарат было очень сложно, а эти очень удобные. Поэтому, я думаю, нужно отечественного производителя поддерживать. 17 передвижных медицинских комплексов с опытными врачами уже побывали в самых отдаленных селах страны. Если раньше оснащение мобильных клиник приобреталось извне, то сейчас доля казахстанского содержания увеличена до 76%. Мы производим такие оборудования, как УЗИ-аппараты, лор-комбайны, видеостойки, рентген-аппараты, передвижные. Они полностью являются аналогом известных всему миру брендов. И являются они, их цены намного дешевле, на 30% дешевле их. Наряду с техническим оснащением со следующего года единый дистрибьютор страны будет осуществлять и лекарственное обеспечение. Согласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения и социального развития страны, на приобретение необходимых лекарств из госказны предусмотрено более 101 миллиарда тенге. Закуп 2016 года осуществляется по ценам 2014 года, и цены меняться не будут. Обеспечение лекарственных препаратов будет без задержки и своевременно. Сегодня 25% лекарственных препаратов, получаемых казахстанцами на бесплатной основе отечественного производства. В ближайшее время список фармпроизводителей намерен пополнить и Казмедприбор. Агырке Абдуалиева, Райхан Тажибаева, Канат Жунуспеков, Ербулат Абиш, Нурмухан Бекмуратов, Шымкент, 24 Кизет.